Единый государственный экзамен в России начнут проводить 29 июня. Об этом накануне сообщил Владимир Путин на совещании по вопросам системы образования. Напомним, ЕГЭ в этом году будут сдавать лишь школьники, которые планируют поступать в вузы и по тем предметам, которые необходимы для зачисления. Остальным ученикам оценки в аттестат должны выставить на основе годовых. Президент отметил, что школы должны помочь выпускникам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Что касается всей системы образования, то никто не рассматривает полный переход детей на домашнее обучение. Школы и вузы после падения заболеваемости продолжат работать в стандартном режиме.